Это у нас лапка. Это у нас лапка. Вчера мы ее зашили повторно. Все, что смогли, удалили лишние косточки опять. Вот так у нас она сейчас выглядит. Фу, девочка вчера перенесла вторую операцию. Да, моя детка, ложись, вот так мама полежит. Лежи, моя солнышко, ты моя красавичка. Мама сейчас, сейчас мама завяжет все. Все будет у нас хорошо. Так, это ложим пока сюда. Это сюда. Вот так, осторожненько. Так, это делаем вот так. Это делаем вот так. Осторожно, осторожно, осторожно. Чтобы... Так, кожа будет отмирать, кожа будет умирать. Это еще не конец. Кожа еще будет отмирать у ребенка. Но сколько сможем, столько спасем. Если мы спасем ребенку подушечку, то малышка будет ходить. Чуть-чуть будет прихрамывать, но ходить будет. Лапку мы ей спасем. Поэтому сейчас все силы, чтобы спасти подушечку лапки. Это очень важно для собаки. Даже если не будет пальчиков, она всегда ступает на подушечку. Тихо, Чарли. Тихо, детка. Все, здесь все закрыто. Терпеливая какая? Очень терпеливая. Знаешь, я вообще поражена этому. Она очень терпеливая девочка. Так, а мы ей имя дали? Мы имя ей еще не дали. Санди? Санди нет. Санди для нее не подходит. Она... Очень сильная девочка, очень терпеливая. Ей надо красивое имя. Маленькая. Тихо, деточка моя. Тише, моя солнышко. Все, мама с краешку. Тихо, не упади. Иди сюда. Тише, моя солнышко. Да, да. Сейчас мы ее. Мы ее назовем Брунги. Брунгильда. Воительница. Она у нас будет Брунги. Вот она бинт положила. Детка, ну зачем же ты его стянула? Так, бинтик делаем вот так. Зацепляем. Потом осторожно. Возвращаем. Вот так. И обворачиваем. Крутим наискосок, чтобы не перетянуть лапу. Всегда крутим наискосок. Вот так, раз. Оп. Тихо, деточка. И опять вверх. Чтобы не соскальзывала. И чтобы ребенку было удобно. Тихо, деточка, тихо, зайчик. Все, все, мое солнышко, стой, стой, стой. Мама уже заканчивает.
Уже заканчиваем. Да, надо. Надо, надо. А то она умудряется снимать, поэтому приходится бинтовать много. Эта куклюшка у нас вредная. Придержи. Вот и все. Вот и все. Так. Девочка, у нас еще на капельнице. Капаем метрогил, чтобы снять воспаление. Вот и все. Да ты у нас красавица. Да ты у нас умничка, да? Красивая девочка мамина. Все? Вот так мы. Но это не все, потому что мы снимаем воротник. Поэтому воротник у нас сзади привязан. Кира, Кирилл, ох, Кирилла у нас получит сейчас. Кирка. Смотри, какая вредная. Коза. Кира. Это еще тот коза. Кира. Вот теперь она ни за что не снимет. Все, козленок, ты моя красавица, девочка наша. Так, резиночку, резиночку можно еще использовать эту. Еще можно использовать эту. На всякий случай. Вот теперь все. Все. Это у нас Брунгильда. Брунги. Все, детка.